Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактические беседы в автошколах. Они напомнили будущим водителям о правилах перевозки детей в автомобиле и необходимости использования специальных удерживающих устройств, правильно подобранных по возрасту и росту ребенка. Госавтоинспекторы разъяснили основные ошибки водителей, которые приводят к дорожным происшествиям. А в заключение пожелали учащимся быть вежливыми и внимательными на дорогах.